Доброе утро. Уже утро следующего дня, 10 часов утра. Мы уже позавтракали, собрались и сейчас будем выезжать. Едем мы сейчас в зоопарк, а там посмотрим. Объявление дали на P30 Pro, но так никто не позвонил. Предлагали сумму меньше. В общем, посмотрим, будем ждать. Интернет здесь просто ужасный. Можно было немножко разослать сообщение на обмен, но здесь вообще не ловит, только возле окошка. И то одно отделение, только чтобы позвонить. Для интернета здесь просто связь ужасная. Все, мы поехали. Мы уже пришли, покупали билет в Динопарк и в зоопарк. Контролеры проверили, поставили отметку. В будний день билет стоит 13 рублей, 6,5 долларов. Здесь такие вот огромные динозавры. Он моргает глазами, рычит, шевелит хвостом. Раньше мы сюда приезжали, года 4 назад. Они еще мягкие, эти динозавры, я трогала. Класс! Покажу еще, кто дальше будет. Здесь вот такой вот огромный динозавр высотой 1,3 метра, наверное, тоже рычит, моргает, шевелит лапками, хвостом. Класс! Вообще, динопарк этот очень огромный, помимо основного парка. Вот какой он по размерам. Здесь все сделано так натурально. Дорожки из камушков, много природы. Динозавр огромный какой. Беседки здесь классно. Вон еще динозавры стоят. Здесь еще есть дельфинарий, но билет в дельфинарий мы не покупали, потому что просто не хватит сил. В прошлый раз, когда мы сюда приезжали без ребенка, года 4 назад, ходили здесь часа 3-4, очень устали. А сейчас так тем более. Там вон какие огромные. А у них тостовый румяный будет на обед. Этот динозавр высотой 6 метров, наверное. Ага. А здесь драчка. Уже в аквариуме. Здесь аквариумы в два ряда расположены. Смотри,
Они просто огромные.
часа дня. Мы уже закончили просмотр. Очень устали, мы здесь с 11 часов ходили ровно 4 часа. Рассматривали не спеша, разглядывали, ходили в террариум, аквариум, смотрели хищников, обезьян, динопарк и всякие разные животные. Птицы еще там были, домашний дворик. Домашний дворик, кстати, не посмотрели, совершенно про него забыли, и уже сил нет. Уже идем еле-еле в машину, чтобы передохнуть. Сейчас посмотрим объявки, есть ли что-либо из телефонов. Если ничего нету, надеюсь, поедем уже домой. Потому что ехать нам 2 часа до дома, еще бабуле нужно будет до вокзала подкинуть так, чтобы ей поближе было. Мы уже дома. На телефоне 6% аккумулятора. 6 часов вечера. На часах 24% заряда. Я их на ночь выключала. Убрала полностью считывание пульса. И поставила на 4 из 10 яркость дисплея. В принципе, 2 дня вытянуть могут. Жутко устали, но нагулялись. Зоопарк Динопарк очень понравился. Из покупок S10 и S10+ по приемлемой цене не было, поэтому их не купили. Купили только P30 Pro, но как-то жалко денег за него. Потому что купили его за $800, в магазине он стоит 1200. Но спустя какое-то время в цене он просядет, можно было подождать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. До скорых встреч! Всем пока!